Настюша приехала на Оболонь. Да, на Оболонь приехала. Да. Куда ты приехала? Туда? А куда мы идем? К доктору? Какому? Типа как стоматолог. Покажем. Ну, она по-своему сказала. Покажем зубки Настюшины. И заодно пройдемся тут в парке погуляем чуть-чуть. Стоматология МАМС. Вот, собственно, сюда мы и пришли. Звони. О, наши корзинки продаются. Ссылочка на сайт будет в описании. Знакомый столик нас. Машина, да, Настя? Большая! Большая, да. Много игрушек, да? Но ты ничего не трогай, мы сейчас к врачу идем. Это не интерьер. Прикольно. Тут даже дают лимонад. Красиво тут все, конечно. И игрушки есть, и столы есть. Настя. Чего? Да. Огурки. Девочка. Угу. Прикольно. Маленькая кухонька, кабинет. Класс. Настюша, это не трожь. Прикольный кабинет такой. Леса. Лестница. И даже экранчик, чтобы мультики показывать. Лампа прикольная такая. Угу. Конечно, так. Классно. Тут еще, оказывается, подарочки дают. Понравилось, Настя? Не плакала, ты молодец, да? Дала посмотреть зуб. Крошка. Вот, смотри, подарок. Что-то одно, Настюша. Заколочки нравятся с единорогом. А посмотри, может... Может, что-то еще? Колечко, резиночки. Ух ты, какое колечко, оно светится. Класс. Что-то одно, Настюша, можешь выбрать. Что ты выберешь? Есть еще такие заколочки. А, видно. Тут что-нибудь достаточно. Не-не-не, что Настя, ты выбери сначала. А это, может быть, упорчики. Что ты хочешь? Это пластилин. Пластилин хочешь? Долго будет выбирать. Вот эти заколочки, да? Нет, да? Давай возьмем заколочки. Всё, да. А это возвращаем. Бери. Нет, бери. Себе бери. Это тебе. А это мы отдаем тогда. Да? Заколочки вот эти. Да? Да. Еще фиолетовый. Или фиолетовый. Розовый или фиолетовый? Какие? Все, выбрали фиолетовый. Настя, такую бэд. Молодец, ты все цвета знаешь. Прикольно, вот еще играются и подарки дают, очень здорово. Идем гулять, Настя, все. Все, спасибо, до свидания. Берем самокат и идем гулять. Понравилось, Настюша? У доктора, да. Все у нас нормально, расскажи, что там нам сказали. Ну, у нас у Настюши очень близко передние зубы изначально. Как бы у многих детей такие просветы между зубами, а у нее плотные. Из-за этого, видимо, там еще изначально какая-то застревала там беда, или даже молоко как-то там оставалось. И немножко такая, ну, потемнение есть легкое. Вот. Но они сказали это пока, ну, чистить, продолжать ниточкой, не надо ее сейчас, ну, плотно лечить, ставить, ну, лечить да. Потому что она может испугаться, и потом стоматолог для нее будет. Не подходи. Да. Просто это ниточкой нужно вычищать, действительно. Приходить периодически, там раз в 3 месяца, смотреть, будет оно увеличиваться или нет. Да, вот так вот, так что да, заодно сейчас. Рекомендации дали, какая-то такая паста на ночь, она с кальцием, плюс как бы создает такое, как герметик, да, для зубов. На руки? Настюш, на самокат. Мы в парк пойдем, на детскую площадку. Пойдем погуляем чуть-чуть по набережной, тут хорошо гулять. Парк Наталка, мы уже столько раз здесь были, посмотрите, одно из видео будет, ссылочки в описании. Да, мы с другой немножко не дошли до парка.
Ну, вернее, обошли. Ну, идем. Тут простор для катания просто. Здесь такой интерактив, парк большой, поэтому и там день рождения, и тут день рождения. Там свадьба, короче. Много мест. Реально, и Оля, и Настя подумали, что это фонтан. Это просто дождик. Шарики, да. А увидела горку, сразу столько восторга. И погнала к ней. Горка тут знатная, большая. Рыбацкая тема. Ну, здесь ловят рыбу. Выход к воде. Же прикольно, сидишь себе и удишь. Я буду загорать. Загорать. Вот, целый пиратский корабль к нам приплыл. Снова мы решили зайти сюда на пиццу. Немножечко аперитива. И Настюша ждет пиццу, да? Растение красиво. Нам выделили самый козырный столик. Диванчик. Брускеты. Да, немножко другая. Мы попробуем. Мы заметили, что нам принесли не ту пиццу. Это реально какая-то копченая, немножко барбекюшная. Да, и официант забрал пиццу и ушел. Наверное, заменит или нет. Посмотрим, что там будет. Но это тоже неплохая. Но та была вкуснее, реально. Но она просто не подходит для Насти. Да, для Насти не подходит. А мы, чтобы Настя, мы специально заказали, чтобы да, Настя покушала. Огурчик? Нет, больше огурчика. Сейчас нам правильную пиццу принесут. Сейчас принесут и будешь кушать, Настя. Вот нам принесли еще салат из карамелизированной груши. Кстати, да, пиццу сказали заменят, мы были абсолютно правы. Сейчас Настюше принесут новую. Хоть будешь до этого? Ну да, ну а что делать? Две пиццы, не одна пицца. Огурчик ей дай. Это были скрипачи, но они идут домой. Вот. Наша пицца с болгарским перцем. Ну, она похожа. Похожа, но другая. Но там болгарского перца не было. Ну да. Это будет то, что надо. Хорошее сочетание в этом салате. Груша, горгонзола. Вкусно, да? Да. Насте нравится. Не, ну я ей даю просто салат с йогуртом. Угу. Я попробую. Тут йогурт, но именно вот груша внизу, там и сыр, это вместе классно сочетается. Угу. Очень даже неплохо. С прошутто тоже это все. И вот груша в карамели. Реально, вот этот вариант яловочный с болгарским перцем, он вкуснее. Не могу сказать, что разительно вкуснее, но пицца другая. Если там больше томатной пасты и соуса, то здесь больше, не знаю, начинки, что ли, в форме овощей. Как-то она полегче, чем там. Вот и подарок пригодился. Доктора, да? Красавица Настюша, да? Красавица. Прошу, идите. Не ломай, Настя, не ломай. Смотри, как надо. Давай покажу. Давай маме прицепим, давай. Теперь у нас фамилия Лук. Вот. Не снимай. А, ты хочешь как мама? Какие красивые хвостики будут. Чем ты их снял? Можно я тебе хотя бы один хвостик сделаю? Давай тогда тебе тут за кадром. Давай вот тут вот так. Можно? Как красиво. Тебя сфотографирую и покажу, какая ты красивая. Мама. Это ж твои заколки. Сейчас увидишь, подожди, не снимай. Не снимай. Скрипачи, часть вторая. Диваны реально тут какие-то странные. Хотя партер тоже, наверное, бэушный. Подряпанные. Где у них такие раздобыли. Это распродажи, что ли. Красиво, да? Нравится.
затевал. Прикольно, оркестр играет. Полный состав. Красиво, с фонтаном. Они здесь облагородили, очень круто. Насте нравится оркестр. Настюша, нравится тебе? Да. Да? Что это? Музыка. Музыка. Да, Дима. Вот так вот хлопаем. Фонтаны. Вода? Фонтаны? Музыка. О, выставили уже меню. Подсвечивается. Кто не видел, пожалуйста. Если что, ставьте на паузу. Ой, ой, ой.